Так, здравствуйте, подписчики. Вот я вам хочу показать речку Чупинку. Вот. Вот такая маленькая чупиночка. Ну, потому что воды мало. А так она настоящая чупинка. Вот. Все вытекает в Белое море. Вот это уже залив видно. Вот. Вытекает там с Трехозерки, там, с Ивановской вот речка собирается. Ну, большой такой, это, низменность, откуда течет эта речка, вот, вот. Тут что-то строили в советское время, не знаю, немножко дамба, немножко это вот, может, там, что-то старались речку, как сказать, обуздать, вот, какая-то, да, стояла там это, как плотинка, вот. А вот эти мосточки, вот, мы еще с другом, с моим, на них старали ковры, вот. Да, стали две такие площадки из дерева сделаны, вот. Стирали раньше ковры здесь люди, вот. Ну, в данный момент на ковры все никто уже не старает, все это по большой воде уплыло дальше. Вот. Так, что еще тут есть интересного? Так. Вот у нас лягушатник. Вон там какая-то утка. А, даже их много. Вот. Они тут не испугались. Стесняются видеокамера. Не уплыли. Тут дети купаются летом, когда теплая вода. Я сам купался здесь много раз. Тут хорошее дно там. Вот. Так. Мост этот новый. Вот был старый, потом вроде нормально сделали. Такой более мощный. Так, вот здесь раньше баня была. Общественная. Ну, от нее развалины одни остались на общественных банях, и они, ой, да, там дети, подростки там любили в окна заглядывать в баню, вот, очень много детей, не только я, вот. Ладно, пойдем дальше.